Так, я не знаю, вот я смотрю, Алина, Сашка вышли, да? Вот, да, привет, здрасте, привет. Я просто в движении делаю эфир, как бы, ну, сейчас остановлюсь, но решил пока вот еду еще попробовать в движении, будет работать, может быть, ВКонтакте исправили ошибку и теперь это. Сердечек не надо, ребятки, сердечек не надо, давайте мы без сердечек будем, вот, да. Решил попробовать, просто сейчас вот только вернулся, обновление сделал все, посмотрим, сейчас может быть и буду ехать и будет нормально работать, вот. Да, всем привет, всем здрасте. Я приехал, я уже в Москве, я даже уже успел на репетицию съездить, порепетировал, да, сейчас как бы тут кое-какие вопросики порешаю быстренько и это. Добрый день, здрасте, Гродно вижу, да, привет, привет всем, всем привет. Да, у нас погодка хорошая, 13 градусов, солнышко светит, но такой ветерок еще прохладный. Очень хочется уже, конечно, ну просто уже было тепло, потому что организм уже автоматически начинает немножко расслабляться, просто уже от того, что он осознает, что сейчас уже середина, грубо говоря, организм автоматически расслабляется, и очень хочется, чтобы было тепленько. Да, да, привет, Ирвижу. Какая старая речь вообще, обалдеть. Помните, был такой шикарный момент, кажется, в 90-м или в 91-м году, по-моему, Coca-Cola проводила показ 100 лучших клипов, там, короче, за, по-моему, то ли десятилетие, то ли там за какой-то период времени, вот. И каждый день показывали, по-моему, по 10 видеоклипов, вот. Это длилось там почти, да, там 10 дней там длилось, но я очень помню, что Coca-Cola проводила этот конкурс 100 лучших клипов. И там вот эти все песни, которые, я думаю, мы услышали что-то в первый раз, а что-то как бы слышали до этого. Но в целом, тогда, конечно, открылась для нас вся зарубежная эстрада. Вот. И я вот с тех пор очень хорошо как бы отношусь к музыке американской в целом, европейской. Вот. И эта песенка там тоже была. Да, потому что у нас ребята умудрились каким-то образом записать это на видеокассету тогда еще. Вот. И на дискотеках мы это крутили. Да. Привет, Санкт-Петербург. Да, я сегодня из Санкт-Петербурга вернулся. Ой, одел... Ничего не вижу, блин. Одел этот голубой... Голубую кенгуруху свою и ничего не вижу. Дождались. Да, да, да. Честно говоря, были сомнения по поводу того, чтобы сегодня выйти в... Что-то, честно говоря, не в настроении и уставший немножко. Но тем не менее. Привет из Марокко. О! Марокко на связи, ребята. Вы помните эту женщину из Марокко, которая в Инстаграм нам писала, вот, передавала привет из Марокко. Здравствуйте, Марокко. Вот. Таня Широкова это оказывается. Киев приветствует. Здрасте. Здрасте. Ура, мы встретили вас. Что? Не, не надо, спасибо. Не надо, не. Вот. Привет из Башкирии. Здрасте. Здрасте, вот, да. Ну что, я отснялся это, и... 3 дня, ну такие, под завязочку все было. На улице там снимали, в кабинетах. Вот. Очень хорошее, я посмотрел нарезочку, показать вам, конечно, ничего не могу. Смотрел черновые, монтаж, как бы, всех там сцен, которые мы поснимали. Вот, я вам скажу, конечно, это очень... Мне во всяком случае, картинка очень нравится. Я еще не видел весь материал целиком, как бы, не понимаю особо, как там будут с собой переплетаться какие-то там, скажем, интриги, там, линии и так далее. Но в целом картинка очень красивая. Вот. Москва, Бранский снег. Из Орла привет. Привет, Орел. Привет, Беларусь. Красноярск привет, да. Ура, мы встретились. Да, мы летим. Мы будем на гастролях в Екатеринбурге, в Челябинске и в Усть-Каменске, вот, и это, и
предлагает, какой-то мужик таскает этот, предлагает, знаете что, продает генератор, электрогенератор продает, вот, причем электрогенератор Honda, видно, что новье упакованное, вот, Honda, но он этот, он пятиватник, это мало, и он, наверное, все-таки бензиновый, скорее всего. Я бы взял бы 10-ваттник какой-нибудь, но на дизеле, например. Потому что дизель, расход дизеля просто меньше. А здесь это... Но Honda хороший. В принципе, так вот, ну, 5, конечно, мало, на самом деле. У меня 5 это называется, где-то подсветить. Да, привет, Екатеринбург, да, здрасте. Привет из Находки, здрасте. Вот, да, просто мужичок ходит, ну, такой стрёмненький какой-то такой, это, такой, ну, алканавт какой-то такой, вот. Видать, может, ворованное. Честно говоря, знаете, стрёмно покупать, потому что, ну, а вдруг ворованное или еще что-то. Знаете, как говорится, ему скинули, вот, типа, иди продай там твои там 100 рублей, остальное нам. Вот. Просто если ворованное, то, знаете, за это же можно и залететь, вот. Понятно, что это будет дешевле, чем в магазине. Хотя, короче, с вами поговорю, если ничего не подойду, поинтересуюсь. Вот. Я ж хозяйственный. В хорошем хозяйстве, знаете, как говорится, все сгниет. Вот. Калининград, здрасте. Нефтеюганск, да. Все равно зависает в движении. А, в движухе зависает. А, хорошо, правильно я понимаю, да? Какой странный этот ВКонтакте и так далее. Что интересного? Честно говоря, сегодня началось, как бы, ну, реально наступление. То, о чем я вам говорил. Вот. Желание уйти из профессии, да бог с вами. Да что ж вы это говорите? Вот. Нет. Я 10 лет в профессии не был, вернулся такой ценой невообразимой. Мне так повезло, что мне Господь Бог, как что называется, дал еще один шанс. И чтобы я ушел из профессии, да никогда в жизни. Вперед ногами только если. Вот. Буду работать, пока не помру. Даже пенсия не нужна. Да. Вот. Да, началось наступление, мы все говорили. Оно началось как-то так спокойно, незаметно, но тем не менее неотвратимо. Вот, очень мне все-таки как бы это, ну, жалко, с одной стороны, потому что вы знаете, я еще раз говорю, что там, да, сумасшедшие, да, зомбированные, но русские наши люди. Мне это очень как бы, вот, чисто по-человечески, я очень сожалею. Тех, которые там мразота Азов, на Азовстали, которые там, это, нацбаты вот эти, отморозки. Мне на них насрать, как говорится. Пускай их там в бетон закатывают. Вообще сердце даже не дрогнет. Но я смотрю вот на этих ВСУшников, ребят. Тем более, которых там при это, ну, пригнали, что называется, там на убой. В плане мобилизации. Вот. Мне, конечно, их жалко. Потому что их повырывали там из семей. Но я понимаю, что там уже третья, потому что третья волна мобилизации. Это говорит о том, что дела очень. И в основном выбита армия. Заменить ее никаким там, грубо говоря, ополчением, никакими резервистами не получится, потому что, понимаете, в чем дело? Резервистов вызвали из, как сказать, вот если военный это работа, профессия, всю жизнь занимается, и он знает так, и так далее, да, и мозги устроены по-другому, то обычный резервист, которого, что называется, оторвали от семьи, от детей, там, от работы какой-никакой, там, да, от каких-то там домашних привычек, сунули ему автомат в руки, пнули пинком под зад и направили там, грубо говоря, там, в мясорубку, то, конечно, он не будет тем, как... И потом, понимаете, в чем дело? Российская армия себя таким образом видит, сарафанное радио, не издеваются над пленными, да, там, где, собственно говоря, территория, которая под контролем российской армии, там все нормально живут, грубо говоря, там, и так далее. Ну, то есть, у них есть понимание того, что они воюют не с врагом таким, знаете, смертельным врагом, от которого зависит, там, вообще, будете ли вы дальше жить, что называется, да, как было с фашистской Германией, например, вот. Они прекрасно понимают, что это как бы враг, противник. И поэтому, естественно, они будут сдаваться в плен. Вот. Они сейчас будут сдаваться в плен в большинстве своем. Вот. Потому что лупят
по-страшному лупят. Страшному. Потери невероятные. Вот, потери невероятные. Вот. В общем, короче, СУшников, вот этих пацанчиков-призывников, вот этих вот ополченцев там, которых мобилизовали, мне по-человечески очень жалко. Мне по-человечески очень жалко. Это тот человеческий ресурс, который мы не имеем права уничтожать. Вот этих людей, можно переделать. Этих вот сбились, понимаете, сбились, что называется, с пути. Их можно еще вернуть. А всяких там Азовы, Донбассы, Торнады, там еще все вот эти нацбаты, их кончать надо. Тут я даже, не сомневаюсь в этом. Вот. Не сомневаюсь. Вот. Жалко, жалко. Их банты, да вместе, собственно говоря, пойти нагнуть Европу с НАТО, понимаете? Да поднять российский флаг над Биг Беном как-нибудь или над ветбатством. Вот. Вот это как бы да. Потому что все равно, посмотрите, я же говорю, что воюют, хорошо воюют. Потому что славяне, понимаете, славяне. Вот. Противник, воюем сами с собой. Противник упертый, противник хитрый, противник смелый и так далее. Не стоит, говорю еще раз, принижать как бы боевые качества противника. Вот. Воюют хорошо, воюют смело. Воюют смело. Но вот говорю, мозги на бекрень сдвинули. Понимаете, вот это вот как бы, вот эту смелость, храбрость, да, в общее наше славянское братство, как говорится, да, против наших врагов. Вот было бы, конечно, хорошо, но что делать? Поддались они, собственно говоря, продались англичанке. Англичанка их использует по полной программе, как мясо пушечное. Горько мне это осознавать, честно скажу. Я вот, относитесь ко мне как хотите после этих слов, но мне очень жалко, правда. Мне очень жалко. Вот. Флешмобы по всей Европе. Да, такое творят. А их сейчас будут обратно выгонять. Сейчас это, у них же там заканчивается у всех этот, как его, карта беженца, так называется. Вот. И это, их сейчас будут обратно. Они, у них там в большинстве там начинается там в мае, в июне там начинает заканчиваться карты беженца, и их будут, скорее всего, выдворять из территории ЕС. Ну, то есть продлевать будут очень, я так думаю, небольшому количеству. Потому что вот все, кто в Европе живут, там товарищи и так далее, они говорят, мы в шоке, Европа прозрела, говорит, это, говорит, какое-то быдло, говорит, наехало, то есть европейцы как бы смотрят такими глазами, говорят, и говорят, что и вот это мы хотели, чтобы было в Европейском Союзе, вот, они в шоке, на самом деле, от того, что там происходит, их это реально бесит, особенно это бесит Восточную Европу, то есть поляков, чехов, вот, то есть как бы вот это, и особенно их бесит то, что мужики поприезжали. То есть они понятия, они говорят, ладно, говорит, бабы с детьми, мы понимаем, еще от войны бежали. Говорит, поприезжали, говорит, мужиков, говорит, огромное количество призывного возраста. Очень много на крутых прямо тачках. Ну, то есть там реально там машина не машина. Говорит, и пальцы веером, говорит, бабы тоже, говорит, такое творят, что ужас. Где-то, понятно, есть там ситуации по-разному, но в целом очень неприятное впечатление производят. То есть понятно, что власти стараются, им это выгодно. Но дело в том, что очень многих там сейчас какие-то то парламентские какие-то выборы, промежуточные какие-то выборы, то еще там что-то там. Плюс экономический кризис как бы, да, вот. А денег-то нету. Ну, в общем, короче, тоже там Европа тоже у них там проблемы и так далее. Вот, с этими беженцами. Папа же Римский тоже сказал, кстати, я от него не ожидал. Папа Римский все-таки справедливый человек. Он, когда он сказал, говорит, а я, говорит, не понимаю, почему, говорит, украинцы привилегированные. У нас, говорит, от войны, говорит, есть бежали сирийцы, афганцы, говорит, то есть много-много разных народов здесь. Но почему-то такого как бы отношения, как, ну, изначально, ну, это все изначально на уровне власти, такого, говорит, отношения, как к украинцам, говорит, они не видели. Хотя они люди как бы скромные, терпеливые и, в общем, ну, не наглеют. А здесь, говорит, просто, ну, откровенно, говорит, наглость, откровенная претензия, откровенное требование. Ну, и, понимаете, вот это поколение, им что-то вбили в голову, что они какие-то особенные, вот, что они там, ну, там, чуть ли там никакие там избранные, вот. И, естественно, у них эта планочка-то упала, вот. Ну, это в основном там западная Украина, там, что называется, беса гонит, как я говорю, вот.
Так-то с Восточной Украины там народ-то поспокойнее, потерпеливее. А вот бандерлоги вот эти, они, конечно, да, они там, блях, устраивают там в Европах там флешмоб бесконечные. Вот, так что вот такие дела. Да нет, конечно, слушайте, да европейцы, они, понимаете, в чем дело? Европейцы какое-то время поделают вид приличных, как сказать, людей, а потом, собственно говоря, погонят их поганой метлой. Вот, поедут они дальше, если кто не вернется, вот, понятно, что куда-то дальше рванут, там, может быть, там рванут куда-нибудь там в Мексику, в Аргентину, в Канаду, туда поедут. Потому что, ну, европейцам они нахер не уперлись, вот, собственно говоря. Тем более с таким поведением, которое они сейчас демонстрируют. Так что вот как бы такие дела, вот. Интересный факт, в Америке зарплата в 20 раз больше, чем в Рашке. В хуяшке, блин, понимаешь? Вот ты больной на всю голову, понимаешь? Ты же не понимаешь, для тебя же, я понимаю, что для тебя доллары, понимаешь, это предел твоего мечтания. Вот. Ты же не понимаешь, сколько это все стоит. Они получают, и сколько у них на руках остается после того, как они за все заплатят и так далее. Ты поедешь в Америку, поедь в ту Америку, да поживи, да посмотри, понимаешь? Вот. Если ты, как говорится, колхоз червоный дышло, как говорится, там ничего не знаешь, не понимаешь, то уж лучше сиди, как говорится, тебе дал бог интернет, как говорится, сиди с людей, вот, и не выступай, потому что я тебя просто сейчас найду и заблокирую, вот. Так вот. Еще и мужик, господи мой, вот. Чучело, иди отсюда, вот, в Америке в 20 раз больше, чем в Рашке. Ой, дебил, блин. В Америке. В Америке, блин, сидит на пособии в $600. Больше вражки зарабатывают. И тратят при этом раза в больше. Ой, господи. Господи, не надо давать таким идиотам интернет. Пускай они это, в газетах все читают. Вот, так что так-то. Да, но-то нет, сейчас начнут сдаваться, потому что, ну, оружия нету, ничего нету. Вот, и... Они просто люди на самом деле. Я же говорю, что их повыдергивали вот этой семьей и так далее. И в результате они не будут как бы, ну, сражаться. Не тот враг. Геноцид Украине быстрее устроит ее власть, вот, бандеровская, чем российская. Российская сейчас скопом, вот, всего мира. Вот. И то, как русские себя будут вести на войне, так ими аукнется. То, что предложили азовцам сдаться, я считаю, это правильно. Правильно это довели до всего-всего-всего личного состава и так далее. Честно. Вот. Есть шанс остаться в живых, сдавайтесь. Так что такие дела, короче. Вот. Нет, они то ли им не разрешили, то ли они понимают, что им, ну, в смысле, что им не жить, грубо говоря. Вот. То они просто это... Просто вот и все. Вот. Видели, Брюсик в Киев приехал. Да мне пофигу, кто там в Киев приезжает. Пока пускай приезжают. Вот. Так что 1 мая в Херсоне референдум. А что за референдум в Херсоне? По поводу чего? По поводу отделения или по поводу чего? Присоединения? Референдум. О чем речь-то, собственно говоря, чтобы я понимал. Как финку волнует вступление в НАТО и... Швеции и Финляндии, как коренную финку. Ну, слушайте, ваш выбор, вы просто поймите, как бы, да, что это явно осложнит ситуацию между Швецией и Финляндией. Вот. Очень осложнит. То есть, ну, понятно, что автоматически наведут ядерное оружие. Вот. Я думаю, что если просто начнется, а мы стоим реально на пороге ядерной войны, то все члены НАТО первое, что получат, это получат, грубо говоря, это напросто залп из ядерных ракет. Потому что будут наноситься удары по базам, скоплениям, по пунктам приземления, материально-технической базы. Долбить будут всю НАТО. Если вы думаете, что будут воевать между собой Россия и Америка, вы глубоко ошибаетесь. Будут бить по всему блоку. Будут бить по Японии, будут бить по Австралии, будут по всем, кто является так или иначе членами НАТО. Это, ну, как бы закон войны, понимаете? Поэтому хотите, принимайте, как бы, да? Но это я вам сразу скажу, это очень серьезно отразится на отношениях России
Финляндии, да, с которой, собственно говоря, всегда были теплые дружеские отношения. Хочу напомнить, что Финляндия, собственно говоря, государственность и независимость и в целом получила от России. Вот. Как говорится, что называется, как в Тарасе Бульбе. Мы вас породили, вот, мы вас копаем при случае. Вот то же самое касается Швеции, собственно говоря. Так что я по этому поводу вообще не парюсь. Из себя представляет НАТО. Исключительно американские интересы защищает и решает исключительно американские интересы. Если путь, собственно говоря, из НАТО там дернется на Россию, поверьте мне, Америка в лучшем случае будет под линзу вам что-то поставлять. А пушечное мясо, собственно говоря, будет ваше. Вот. Будет ваше. Поэтому мне все равно, меня никак не волнует. Сколько там той Финляндии, что там из себя эта Швеция представляет, я вас умоляю. Вот. То есть, в принципе, это то, что можно, вот как говорится, ну, под лавку загнать пинок сапог, если будет необходимость в этом. Вот. А так вот, что касается там Польши, я бы сосредоточился на Польше, на Германии, на Англии. Даже не сколько на Францию и Италию, потому что, ну, как говорится, итальянка и француженка, говорится, это если так взять, это дамы с низкой социальной ответственностью, в принципе. Вся их история такая. Вот. А вот полька, она с гонором. Немка очень опасная. Личанка вообще охреневшая. Так что так вот. Все будут там. На самом деле, я еще раз говорю, эта война не закончится просто там той же самой Украиной. Украина, это еще раз говорю, это увертюра к началу Третьей мировой войны. И чем быстрее, собственно говоря, на Украине все закончится с хорошим результатом в целом и для Украины, и для России. Ну, в смысле, понятно, что Россия победит, тут даже сомневаться в этом не приходится. Вопрос в том, чтобы Украина не понесла слишком, как говорится, знаете, невосполнимые потери, потому что денег на ее восстановление в России нет. И это прекрасно понимают те нацики, те, кто руководят украинской армией там сейчас в боях, которые уничтожают в прямом смысле инфраструктуру, взрывают мосты там, да, так далее, прячутся на заводах, прячутся в крупных городах, которые отстреляют, и, естественно, России приходится, собственно говоря, отвечать, потому что это война, извините, да, и так далее. Поэтому они уничтожают, как бы, в целом государство, они уничтожают территорию, и только те, что называется, ну, какие-то там области, районы, которые это поймут, делают все для того, чтобы сохранить инфраструктуру, те будут жить более-менее. Вот. Понятно, что Мариуполь будет восстанавливаться. Понятно, что Донецк, Донбасс будут восстанавливаться. У этих территорий, у этих областей есть экономический потенциал, деньги которого, собственно говоря, они могут зарабатывать, им немножко помогать, и они, в принципе, сами все отстроят. Вот в чем дело. Потому что тот же самый, например, там Донбасс, он будет просто зарабатывать огромные деньги на угле, которые там, собственно говоря, вместе с Россией там будут гнать на Китай. Вот. И туда вообще, в Юго-Восточную Азию. Там уголь будет востребован еще ближайшие там 50 лет точно. Очень серьезно востребован. И сейчас, как бы, в связи с тем, что расширяется магистраль и так далее, я думаю, что уголь туда пойдет. Я не исключаю, что уголь будут покупать и европейцы. Вот. Так что вот такие вот дела. Добрый день, как вы? Посмотрите на меня и попробуйте догадаться. Вот так что вот такие дела. Что касается уже Мариуполя, это портовый город будет и так далее. Все это будет восстанавливаться. Все остальное, это исключительно зависит от решения людей, которые там будут в Украине. Вот. Я понимаю, мало что будет зависеть, но нужно понимать, что если, допустим, нацбатальоны выбили полностью практически там, ну там осталось их немного, скажем так. Вообще профессиональной армии немного осталось. Командного состава, офицерского состава, вот, и так далее. Понятно, то там те же там, как говорится, мобилизованные, они будут прекрасно понимать, что это их дома могут разнести и так далее. Поэтому проще снять, как говорится, проще что называется, там, дезертировать, сдаться, вот, и так далее. Или даже идти на сторону, там, допустим, российских войск, вот. Чем вот это вот, собственно говоря, свои дома, там, города, села, там, подставлять там под удар, вот. Как вы думаете, Медведчука на кого-то? Я не знаю. Я вам еще раз говорю, что по поводу Медведчука. Вы поймите, Медведчук-то нам тоже, он кум президенту. Нам, России в целом, он в принципе кто?
он выступал, как он, я еще раз говорю, на Украине про политиков партий нет. Зарубите себе это на носу. Нет. Вот. Они все хотели там в Европу там, и так далее, и так далее. У них там борьба только за кормушку, как говорится, государственную, да, чтобы шось вкрасты. Вот. Не было пророссийских. Там даже коммунисты, которые там подверглись там даже гонениям там в свое время, они не были пророссийские. Поэтому, ребят, Медведчук, мне все равно, честно. Мне все равно. Правда. Меняет. Я лично за то, чтобы этого пожилого человека, гражданина, хотя на кого его менять? Ну, тоже. Гражданина Украины, Украина меняет гражданина Украины. Ну, в своем уме вообще. Ну, как это так? Вот. Это же ваш политик, он же ваш депутат, извините, действующий причем депутат. Ну, это вот я говорю, это то, что вот на Украине поплыли люди мозгами. Вот это у них происходит. Украина хочет менять гражданина Украины на что? Как бы кого? Пленных? Да нет, никто их не поменяет, этих пленных. Вот. Это ДНР, ЛНР, понимаете? То есть юридически эти пленные этим республикам. Вот. Им кто Медведчук? Да плевать, ЛНР на Медведчука, понимаете? Англичане? Да я думаю, что маловероятно, чтобы поменяли там на Медведчука. И куда? Ну, я вас умоляю. Нет, ребятки, это все очень непонятно, очень сложно и так далее. Вот. Так что вот по поводу Медведчука даже это вот на холодно, не жарко. По-человечески, исключительно только по-человечески, вот просто можно выразить сожаление, что пожилым человеком так прощается. Вот. Что, собственно говоря, который там, ну, реально там находится под прессингом, очень серьезным. Вот. Так что это... Вот. Сдавшихся надо отправлять на восстановление? Я думаю, что да. Я думаю, что будут работать. Их никто, собственно говоря, если вы думаете, что их просто отпустят, нет. Они будут живы, их будут кормить, к ним будут относиться сносно. Но я думаю, что, скорее всего, они будут работать какое-то время, там они будут работать по управлению ЛНР, ДНР, того же Мариуполя, Донецка и так далее. Это бесплатная сила. Вот. Я считаю, что это лучший вариант. Понимаете? Большинство их как бы сослуживцев, собственно говоря, закатаны в бетон на сегодня. Понимаете? Или в перспективе. Поэтому есть огромные шансы увидеть свой дом, своих внуков и так далее. Чего я, собственно говоря, и ими желаю. Понятно, что там они сейчас все повара, что называется, массажисты, грубо говоря, что никто из них не стрелял, они вообще никого никогда не убивали. Методы будут разбираться, будут выяснять. Что называется, поверьте мне, СМЕРШ, ну, по-другому сейчас, но по большому это тот же СМЕРШ. СМЕРШ будет разбираться, НКВД СМЕРШ будет разбираться. Я думаю, что сегодня, когда мы живем в век технологий, как говорится, социальных там интернета и так далее, поверьте мне, любого человека, собственно говоря, можно навести и там через там пару минут получить там информацию о нем такую, даже сам этого о себе не знает. Что вот такие дела. Ладно, друзья, у меня походу батареечка не потемнела, потемнел. Я буду заканчивать, вам всего хорошего. Буду в темку въезжать вообще, что происходит и так далее. И мы с вами все обсудим, все узнаем. Да? В смысле, мнение. Наемники будут считаться армией Украины. Как вам? Да, это Украина может их считать кем хочет. Для нас, собственно говоря, там для донецких, для российской армии наемники, понимаете? У них нету украинских паспортов. Вот. И поэтому Украина может выпускать любые законы. Все, уже, что называется, это уже не работает. Вот. Так что, как они их считать, кем хотят. Вот. А на поле боя они наемники, которых в большинстве случаев просто не будут. Вот и все. Так что такие дела.
Зеленский, да, Зеленский там, он там, у него там рок-н-ролл, вот, рок-н-ролл, он там, я видел видео, когда он там то ли обдолбанный, то ли пьяный, то ли творит, вытворяет ужас, короче. Мне просто, понимаете, мне вообще жалко украинцев, когда я смотрю на Зеленского, мне жалко их вдвойне, если честно. Мне жалко их вдвойне. Мне не жалко только бандеровцев и нациков, вот. Всех остальных мне, правда, жалко. Так что можете даже плюнуть. Ну, правда, жалко людей этих. Все, пока, ребятки.